Всем привет, с вами мастерская Семи Масько, и сегодня я презентую модели бубна, которые являются музыкальным инструментом непосредственно для музыкантов. Ну, вообще это для любого типа людей, но разрабатывался непосредственно для музыкантов, кто хочет расширить возможности инструмента, возможности бубна. Вот он, сам бубен здесь стоит на закате, питается солнышком. И начнем мы с презентации стойки. Она еще немножко недоработанная. Здесь вот резиночки. Но это будет все переделано. Сделано нормально. Стоечка складывается. Состоит из двух элементов. Мы их раскладываем и вставляем один в один. То есть достаточно быстрая раскладка стойки. Но при этом она болтается. Чтобы она не болталась, для этого есть две пластины. Две пластины, которые немножко отодвигаем вот эту часть. Вставляем пластинку одну. Ну, как бы можно и без них, но лучше с ними. И здесь снизу тоже вставляем вторую пластинку. И стойка у нас получается полностью зафиксирована. То есть она уже никуда не девается. Это стойка для бубна. Чуть позже покажем, для чего она нужна. Вот, сейчас, наверное, чуть уберем, чтобы не мешало. Итак. Что в этом бубне преимущественно новое? Во-первых, как всегда, идет в комплекте две колотушки. Секунду. Это как стандартный набор, две колотушки для бубнов. Но для этого бубна, конечно, я бы, наверное, сделал еще вторую вот такую. То есть две таких, одну мохнатую. И у бубна есть такие элементы. Это элемент шейкер. Вот, сменные элементы, их можно ставить сколько угодно на бубен, но на этот бубен поставили непосредственно один. Положим шейкер сюда и покажем, как это все крепится. Наиболее удобная ручка, и скорее всего мы ее оставим, это ручка Алатырь. И здесь мы видим три винта, которые откручиваются. И вот этот элемент можно снять и, соответственно, поменять на элемент шейкера. Вот. Здесь сейчас тамбуринчики стоят. Можно сделать сразу, то есть вот в этом месте сделать еще несколько отверстий, три штуки, и подключить еще один элемент. Это все без разницы, зависит от вашего желания. Ну, три уже, я думаю, будет лишнее, то есть там шейкер, еще что-то, три лишнее будет, и как бы уже будет звучание перебиваться. Ну, сам бубен, конечно же, красивый. И есть еще вот такой элемент, в принципе, это может сделать каждый сам на свой бубен, и я считаю, что он очень хороший. И здорово, очень нужен для инструмента. Потому что многие бьют бубен по краю, чтобы получить деревянный звук. Это повреждает кожу, мембрану повреждает. И в конце концов здесь может просто кожа треснуть и лопнуть. Поэтому существует, вот сделал такой элемент. Отверстие это для облегчения. Здесь трещотка. Понадобится. Ну, в основном он создавался непосредственно вот до такой штуки. Чтобы вам было удобно работать. Ну и давайте покажем возможности, конечно, включенных инструментов. Если сильно бьем бубен, то он начинает касаться обода. Вот в этом месте, вот я показываю. Вот в этом месте он начинает касаться обода. Там стоит проставочка кожная для того, чтобы не повредить кожу внутри. Если бьем по низу, то эта штука практически не касается. То есть здесь мы можем работать различными вариациями. Ну и, соответственно, вот эта накладка сделана длинной для того, чтобы включить тамбурин на максимум. Потому что если бить так, то тамбурин плохо слышно. Если ударить по краю, то тамбурин начинает сильнее звучать. Ну, давайте продемонстрируем звучание. Оп, тапок потерял. Вот
они действительно очень крутые. Хочется сразу пуститься в пляс. Прям я очень доволен этим проектом. Очень благодарен музыканту, который меня вдохновил на это дело. Вот, хоть и, конечно, запуск нового проекта это очень сложно. Достаточно. То есть все это разрабатывалось в 3D-модели, чтобы не было ошибок никаких, чтобы ничего нигде не касалось. Вот, ну теперь перейдем к стойке. Сразу говорю, стойка это она стоит денег. Ну, соответственно. Но стоит ли на нее тратить свои деньги, я не знаю. Решать вам. Потому что стойка будет дорабатываться, и скорее всего она меньше будет забирать свобода. Но сейчас, на данный момент, и скорее всего может быть так, что и в других условиях, она немножко убирает звучание бубна, то есть его вкусность. Но, тем не менее, добавляет интересное, очень интересно поработать на стойке. То есть я бы, например, лично я бы брался в стойке, потому что это действительно очень клево. То есть вот эта часть отодвигается, мы засовываем мембрану аккуратненько и продолжаем то же самое делать по остальным сторонам. Сейчас дальше. Вставляем. Глубоко не насаживаем стойку, вот как она села, здесь резиночки, специально, чтобы бубен был в подвесе. Почему? Стойка сейчас может не очень хорошо работать, потому что вот эти вот части, они касаются обода, они снимают часть глубины у бубна. Вот, я планирую сделать стоечку с резиновой частью, просто как бы класть ее сверху, и чтобы она не убегала никуда. Вот, я думаю, что все получится, и, скорее всего, бубен будет звучать лучше, но он немножко будет прыгать. Наверное, я не знаю, скорее всего. Ну, не суть важно, много разговариваю, поехали. То есть у нас получается барабанная установка, которой мы можем уже работать стоя. Это достаточно интересно, например, если вы на улице, где-то в джеме, то есть, чтобы вот это не скакать целыми часами, а вот можно... Как-то так. Конечно, из меня перкуссионист еще тот. Я ритмику не всегда хорошо держу. Что-нибудь попробуйте. Эффектов, то есть, например, мы если зажмем палочкой здесь, то у нас звучание немножко изменится. Вариант, я думаю, на этом инструменте смогут много чего сделать. Поэтому я и говорю, вот таких две клатушки лучше, потому что они выдают более барабанный звук, чем вот такая клатушка.
Вот такой вот инструмент получился в нашей мастерской. Ну и, соответственно, сменный элемент, шейкер. В принципе, можно сделать что угодно по вашему желанию. Можно добавить каких-то других элементов. Все возможно. Вот. Почему вот этот еще трещотка сделана за место вот этой? Ну, потому что здесь не будет звучать. Разница вот есть. Вот как-то так. Кому понравилось, пишите. Создадим, сделаем. Ну, с вами была мастерская Майско. Послушайте, упала. И на этом, пожалуй, все. Будьте здоровы и новых творческих успехов вам.